Ну что, вот и закончилась наша прогулка по новой велопешеходной дорожке в Лимоне-Сульгарден. Сейчас приехали смотреть на очень классные водопады, которые были сформированы матушкой природой 20 тысяч на протяжении вот этих 20 тысяч лет. Вот, поэтому сейчас покажу вам. Когда собираетесь сюда, обязательно возьмите с собой что-то теплое, потому что вода здесь везде. Сходили к нижнему водопаду и сейчас поднимаемся через красивый ботанический сад к верхнему водопаду, и насколько помню, я читала, что он должен быть еще красивее. Вот, ну, в общем, я в восторге от этого дня. Я в полном восторге, я очень советую. Вход стоит 6 евро для семей с детьми. Есть абонементы, и это выход дешевле. Единственное, берите с собой теплые вещи, непромокаемое что-то. Если что, можно всегда купить на кассе. И если что, зонтик, потому что, к счастью, мне Камила дала куртку с капюшоном, иначе просто вода, она везде, и она так разбрызгивается. Ну, в общем, эффект невероятный, плюс освещение очень классное, поэтому очень советую. Я в восторге от этого дня. Надеюсь, что и вам понравится. В общем, пишите в комментариях, что вы думаете об этих местах.